решая свои проблемы в своей жизни, and live in the love and the wonderful plan of God, живя именно в чудесном плане и любви Божьей, can serve God with boldness and with love and with power, могут служить Господу именно с дерзновением, с любовью и силой, can bring a revival to a country and to the whole world, и принести пробуждение именно в стране и во всему миру. God will use different servants of God in different ways. Бог может использовать каждого служителя для своего плана. And I discovered that what God has given me is a gift of teaching. Я знаю от Господа, что Он дал мне дар именно учительства. That I was able to explain to people in detail how I do it. Чтобы объяснить людям детально, как я именно делаю. And then tutor people or mentor people to build up the ability to serve God. И тоже научить людей, чтобы развивать то дарование от Господа в их жизни, чтобы служить Господу. And here I can share briefly how I can experience the Holy Spirit any moment. And я тогда могу объяснить людям, например, как я могу переживать присутствие Духа Святого в любой момент. And when I pray for people, about 95% of people immediately experience the Holy Spirit. Когда я молюсь за людей, примерно 95% людей сразу же переживают вот это присутствие Духа Святого. And I believe that all people can have that power of the Holy Spirit. Я верю, что каждый может иметь эту силу Духа Божия. And the goal is in evangelism and revival of spiritual life. А главная цель это в том, чтобы благовествовать и благословить жизнь людей. Not just for enjoyment. Не для того, чтобы просто наслаждаться. But we can all serve God and be, you know, that become pleasing to the Lord. То есть цель в том, чтобы служить Господу и тем же самым угодить Ему. Jesus talked about worship in spirit and in truth. Иисус говорил о поклонении в духе и истине. And I believe this is the key to the infilling of the Holy Spirit. Я думаю, что это ключ к исполнению Духа Святого. The Holy Spirit worship God. Когда наш дух поклоняется Господу. When I reach out my spirit to the Lord, immediately I experience the presence of God. Когда я просто взываю от Господу именно духом или простираюсь духом к Господу, я могу чувствовать Его присутствие. And this can be trained to all people. И это можно передавать или тренировать людей именно в этом. But for some people, it's too hard to understand how to worship in the spirit. Для многих людей, некоторых людей, сложно понять, как поклоняться Господу в духе. So divide it into the soul and the spirit. Поэтому я разделяю это на две части, как душа и дух. The soul includes the mind, the will, and the emotions. Душа, оно связано. Разум. То есть это разум, воля, да, и эмоции. Спасибо. So first, my whole mind agrees with the whole Bible. Значит, первое, мой разум соглашается с Библией, с Писанием. My mind agrees with the Bible that God is loving. Мой разум соглашается с Божьим словом, что Господь любящий. God treasures everybody. Что Бог ценит каждого. God wants the best for everybody. Бог хочет лучшего для каждого. And God is happy to come to bless us. И Бог радует Богу прийти, чтобы благословить нас или обрадовать нас. So when I pray, I always believe that He really is happy to come to bless me. Когда я молюсь, я в своем разуме понимаю, что Он это Его воля, Его желание благословить меня. So when I pray, I don't say, "Well, God, where are you?" Когда я молюсь, я не говорю, Господи, ну где же ты? I would say, Lord, you are very happy to come to me. Say, Господь, я знаю, что ты очень рад, ты радуешься, чтобы прийти ко мне, прийти ко мне. So that is the mind. Это разум. And then my will is that I dedicate my whole life to God. Воле я посвящаю свою жизнь Господу. I want my whole life to be used by God. Я хочу, чтобы моя жизнь, Господь использовал всю мою жизнь. Actually, I'm 63, almost 64 now.
Я почти уже, мне почти уже 64, да? For many people, they're ready to retire. Для многих они уже готовы на пенсию. But I'm happy to serve till 74, 84, 94, 104, 111, 14, and 120, because I just want to give my best to the Lord. Я готов все равно служить Господу, когда мне будет 74, 84, 94, 104, 114, 120 лет. But if God wants to take me anytime, I'm very happy to go to heaven. Но когда Господь хочет, конечно, забирать меня, я всегда готов на небо. So my will is all for God. Моя воля, она просто посвящена Господу. And that's why the Lord provides for me, and I'm happy to go anywhere free of charge and to bless. Mm-hmm. Wherever to go, to train and to build up people. Господь обеспечивает нам, поэтому я готов бесплатно, даром, просто поехать в любое место, просто чтобы служить Ему. I've gone to different countries in the world. Я был в разных странах мира. And I'm happy to spend more time in Russia too. Но хотелось бы больше времени проводить именно в России. And then emotions, how to worship God. И следующее это эмоции. You know, when I think of God, I say, wow, everything, all the food is so wonderful. Когда я думаю о Боге, я говорю, Господи, вот пища, она вот чудесная. It's all created by God with love. Все сотворено Господом с любовью. Some of you here are mothers, and you have the love for your children. Некоторые из вас вы здесь, ну, матери, и у вас есть эта любовь к своим детям. It's put in the heart of mothers by God, who has motherly love. Оно вложено в сердца мамы Бога. So when I think of God, I think of it's my closest friend. Когда я вот думаю о Господе, вот я говорю. Мой лучший друг, мой близкий друг. My bridegroom. Он и мой жених. Someone I really love and like. Тот, кого я люблю, и тот, кто мне нравится. When people can worship like that already, it's very close to the Spirit. Когда люди уже могут вот таким образом уже и поклоняться, оно близко уже к поклонению в Духе. And the next step is the Spirit. Следующий шаг это уже Духа молиться. Now, for me, I can do it anytime, any way. Just think of Jesus from the depth of my heart, and I experience joy right away. И для меня это когда я просто в глубине сердца уже как бы просто взываю или думаю о Господе, и я могу уже поклоняться. Sometimes when I just worship God from my spirit, and people around me could experience the Holy Spirit right away. Некоторые люди переживают это в тот момент, когда уже духом просто поклоняюсь Господу. Now, for many people, it's too vague. Для некоторых оно как-то vague. Not clear. Туманно, спасибо. And so I use a way to explain to them. Я стараюсь просто образом их объяснить. It's like you cry out to the Lord. Это как ты взываешь к Господу. At the same time, your spirit ascends to God. И в тот момент и дух твой простирается к Богу. And at the same time, love flows to God. И эта любовь, она как бы простирается к Богу. So cry out like this. Hallelujah! И это будто ты взываешь Господа и говоришь, Hallelujah. It's from the Spirit. And I'll Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. This, and when I find a lot of people when they do that from the Spirit, not just. You know, you know, это делает от духа. Not just Hallelujah, Hallelujah. Не просто Hallelujah, Hallelujah. It's from the Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. And some people immediately experience the power of God. Не многие именно в тот момент именно уже чувствуют это сила. And the joy of the Lord. И радость Господню. And it will help to take away all the burdens and worries of people. И оно снимает вот этот груз и тревоги на сердцах или на плечах людей. So many people serve God with burdens. Многие служат Господу именно с этим бременем на сердце или на плечах. And find that it's tiring. И ну за собой и наблюдаешь, что оно что-то очень устаешь, да, что устаешь.
And also, many Christians say that, oh, I have family problems, I have people problems, emotional problems. Ну, некоторые говорят, ну, у меня столько проблем, у меня семейные проблемы, домашние проблемы, у меня разные там на работе проблемы. And God gave me this another teaching called joyful victory. Господь дал мне другое, как бы слово или откровение, которое называется радостная победа. And it has three main parts. И оно состоит из трех частей. Now this joyful victory has to is presented in a simple way. People know how to follow God and make the best use of their life. Это оно представлено таким простым образом, чтобы люди просто увидели, насколько это возможно жить Господу, имея радость в своем сердце. And it's also a relaxing way to serve God. И как бы расслабляющий такой образ, чтобы служить Господу. There are three parts. Значит, оно состоит из трех частей. The first part is to live in the love and enjoy the love of God all the time. Первое, это заключается в том, чтобы просто жить в любви и наслаждаться этой любовью Божьей. And live in the provision and the wonderful plan of God. Жить именно в обеспечении и плане Господа. I know many people have depression. Я знаю, что многие страдают от депрессии. And for them to thank God is very difficult. И иногда им сложно просто благодарить Господа. They said, my life is full of problems. Они говорят, что в моей жизни столько проблем. So God has shown me a way of prayer I call prayer of grace. И Господь показал мне вот такой один вид молитвы, я называю молитвой благодати. Every day I would say to myself, и каждый день я говорю себе, the Lord is loving me now. Господь меня сейчас любит. The Lord is surrounding me with His presence. Господь окружает меня сейчас своей присутствием. The Lord is laying hand on me to bless me. Господь возлагает свою руку на меня, чтобы благословить меня. The Lord is happy to see me. Господу приятно меня увидеть. He has a wonderful plan in my life. У него чудесный план для моей жизни. He wants to make the best use of my life. Он хочет использовать мою жизнь в полноте. This is all in the promises of the Bible. Это все в обетовании Божьем. Many people know the love of God. Многие как бы знают о любви Божьей. But for them, to live as a Christian is like work. Для них вообще, ну, чтобы жить как христианин, это как работа. But the most important actually is to be motivated by God's love and enjoy His love. Но очень важно быть мотивирован или вдохновлен именно Божьей любовью. So we know we are His beloved children. Когда мы знаем, что мы Его возлюбленные дети. He's happy with us. So Он счастлив. He has a plan. He has a plan to use our life mightily. Он у него есть план использовать нашу жизнь. And so I have all reasons to be happy. У меня вся причина просто быть счастливым. And the next point is I live in the provision of God. И следующий пункт это я живу в обеспечении Господа. So I don't have to worry. People don't have to worry about money. Чтобы люди не думали, ну не беспокоились о деньгах. Seek first the kingdom of God, and He will provide us. И как написано, что ищите прежде Божье царство и правду Его, и Он обеспечит нам. And also live in the wonderful plan of God. He has a plan to make everyone great people. И у него и жить в его план. У него есть план делать каждого человека великим. One day we go to heaven, we'll see that the plan of God is so great and so wonderful. Однажды мы придем на небо, увидим, как на его книге написано, вот у него были такие великие планы для нас. But many people think I'm just a small potato. Да. Но некоторые люди просто могут сказать о себе, я такой, ну как, я катушка, катушка. Маленькая катушка. I cannot do anything great. Что с меня такого великого можно найти? But God's plan is not like that. Но Божий план не таков. Okay, the next part of joyful victory is to handle different problems. Следующий пункт это handle different problems. Manage. Решать разные проблемы. That very often people are affected by other people. В том, что иногда люди попадают под влияние проблем других людей. Especially negative people. Особенно если они негативные. Critical people. Ну, критические такие. And God has given me ways
how to handle these people's problems. И Господь показал мне пути, как, как бы служить этим людям. I tell people, if you wait for your husband or your wife or some other people around you to change in order to have joy, я говорю людям, если вы ожидаете менять жизнь других людей, чтобы переживать радость, you might have to wait for a long time or for your whole lifetime, and those people still don't change. И вам придется жить почти всю жизнь, чтобы это получилось. И, кстати, возможно, что это вообще не получится. So it's very important for us to learn to be joyful in spite of the problems of the people around us. Поэтому нам нужно стараться жить самим, вообще, самим в этой радости Господней, несмотря на переживания или состояние людей, которые нас окружают. Even when someone yells at me, даже когда кто-то кричит мне, that is his problem. Это его проблема. If I have faults, I will admit my fault. Если я как бы виноват, я, конечно, буду исправиться. If it's not my fault, I have to learn to turn off his negative words. И если это не моя, если я не виноват, тогда я настраиваюсь, чтобы остановить проблему жизни этого, отключить себя от его. Да, включить эти его негативные слова. Спасибо. And I've shown people practical ways how not to be affected by people. Я показал практически, как это возможно, чтобы не попасть под влиянием этих негативных людей. And also to overcome every sin in our life. И тоже, чтобы преодолеть любой грех в нашей жизни. Some people say it's too hard to overcome every sin in our life. Некоторые говорят, очень сложно преодолеть все грехи в нашей жизни. But I tell people, we can never be free of sinful thoughts that come into our mind. Мы никогда не можем быть свободны от греховных мыслей, которые могут попадать, ну, but we can, которые атакуют, да, разум. But we can stop the sinful thought the moment it appears. Но мы можем остановить его в тот момент, когда оно поступает. Sometimes we say, "Oh, life is too difficult." Мы иногда как-то в ответ говорим, "Ой, жизнь вообще очень тяжелая." That is not a godly thought. Это не Божье мысль. We can stop it right away. Мы можем остановить эту мысль сразу же. Now it takes training. I preach about that. Это нужно тренировать. Night before, it's possible. Позавчера мы практиковали это. Это возможно. It's possible to overcome all sins the moment it appears. Возможно остановить вообще грех или мысли греховные в тот момент, когда они поступают. And also we can learn to handle our hurts in the past. Мы можем тоже решать именно те обиды в нашей жизни, прошлое. Personality problem. Проблемы, например, с личностью. Negative thinking, negative emotions. Негативные мысли, которые влияют на эмоции. And negative subconscious mind. И негатив? Negative subconscious mind. И негативное тоже подсознание. Many Christians, подсознательное состояние. Many Christians have dreams that they have fear and they, you know. У многих христиан страх от тех снов. От снов, которые им снится. It shows that the subconscious mind has fear. Это показывает, что подсознание, оно как бы в страхе пребывает. When my parents divorced, when I was young, когда родители разошлись или развелись, когда я был маленьким или молодым, my stepmother came and she yelled at us all the time. Наша мачеха на нас часто ругала, ну, кричала. I started to walk in my dreams. Я начал ходить во сне. And have nightmares. И мне просто снились ужасы. So my subconscious mind was full of fear. Мое сознание было полное страха. Подсознание, да. But gradually I fill my thoughts, my heart with positive thoughts and the love of God. Я с временем я начал наполнять свой разум, свое сердце или свое сердце, да, позитивными словами Божьей любви. And I don't have these fearful dreams anymore. И больше эти ужасы меня не посещают. When people have a healthy subconscious mind, they're always filled with joy. Когда у людей здоровое подсознание и подсознательный разум или ум.
у них радость вообще течет. And also people need to learn how to handle daily life problems. И людям тоже нужно нужно им научиться жить daily life problems. Решая вот повседневные проблемы своей жизни. So again, joyful victory has a first point: live in the love and the wonderful plan of God. Значит, для победы радостной, нужно жить Божьей любви, понимание Божьей любви. And number two, take care of different problems in the life. И то есть решать разные проблемы в жизни. And number three, to make the best use of our life to serve God. The first is to have the fruit of the Holy Spirit. Первое это то, что есть, это плод духа. And then receive training and have a strategy to make the best use of our life. И даже мы стратегия, чтобы использовать наилучшее в нашей жизни. And God has the strategy in plan. У Бога есть стратегия для нашей, у него есть стратегия. So if we obey God, He will open ways wider and wider. Когда мы послушаем Бога, Он расширяет нам и дает нам понимать этот план. So this teaching is intended to raise up an army of God from the churches. Это учение, оно направлено на то, чтобы поднимать армию в церкви. I have different teaching. I want to just explain one more. У меня разные учения. Еще одно последнее. That when I read the Bible and I have Bible study or preach, когда я читаю Библию или учу, I always think about what God has done. So many things He has done in order to give us these blessings. Я думаю над тем, все, что Бог сделал для того, чтобы у нас были благословения в жизни. For instance, for myself to be saved. Например, для себя быть спасенным. God has arranged different people, different situation, and He worked in my mind and changed me in order to save me. Для моего спасения Бог привел в мою жизнь разные люди, создал были разные обстоятельства в моей жизни, которые толкнули меня на то, чтобы менять свое мышление. And also, in order to raise up my spiritual life, God used different people, different situation to raise up my spiritual life. Для развития своей духовной жизни Господь тоже использовал разных людей, разные обстоятельства, чтобы это было возможно в моей жизни. So when I do Bible study, I find that God is doing so many things to us all the time in order to bless us. И когда вникаю в Писание, я понял, что Бог делает многие вещи, чтобы мы получили благословение в своей жизни. So I have a way of doing Bible study and preaching to let people know we have such a wonderful God. He's planning to bless us all the time with many ways to raise up our life, lift up our life. So я тогда вот делаю библейский урок или вот учу, я говорю о том, что у Бога есть всегда план для того, чтобы нашу жизнь улучшить, нашу духовную жизнь. When people hear that more and more, they would believe that we are living in the love of God, in the wonderful plan of God, and our life is intended for victory. Когда люди слышат именно слово, именно о любви Божьей, о том, что Бог их любит, это дает им возможность мыслить именно и понимать, что у Бога есть план для их жизни, что у него добрые намерения для них. And also people can live in joy and relaxation to enjoy God and have the Всем этом тоже жить и в радости и наслаждаться Божьей любовью. Sometimes it's easy for people just to teach people what not to do, what to do, what not to do, what to do. Then people just think of, I have to do this, do that. Иногда получается так, что мы учим людей, говорим, мы учим их, что надо делать, что не надо делать, что делать, что не надо делать. И люди вот так по проповеди именно так и живут. Так, что мне делать, что нельзя, что можно, что нельзя. But when people always think of God loving us so much, then people will not be just thinking of what to do, but they have the motivation. So, когда мы это тоже наставляем людей в любви Божьей, у них уже будет мысль не только о том, что нужно делать и не делать, но у них будет мотивация, чтобы именно исполнять то, что Бог хочет.
I have a continual fire in my heart. I always want to bless more people and train more people. У меня вот это горит, этот огонь в моем сердце всегда, чтобы тренировать людей и делать учеников. And I can give you my information later if you're interested. Если возможно, я могу передать вам информацию о своем служении. And I'm happy to come again and again to bless for free. Я буду рад приехать служить вам, ну, то есть, когда пригласите, да? Very quickly, I can tell you my email. It's very simple. Значит, свой email я могу вам передать.